Вот очередную книжку приобрела на Озоне. Уникальный иллюстрированный звуковый словарь пословиц и поговорок. Книга просто шикарная. Оставила о себе кучу впечатлений. Не только для детей, но и для взрослых. 2000 пословиц и поговорок. Толкование, история происхождения, синонимы, 200 веселых рисунков, иллюстрирующих смысл выражений. Ну, а теперь самое главное покажу. Значит, картиночка. Без пословиц речь не молвится. И начинается все прямо по алфавиту. Буковка А. А Васька слушает, да ест. Прикольно. Также здесь дальше идет как бы пословица. Сейчас маленечко побольше сделаю. Ну, более схожие, да. А Васька слушает, да ест. А он и ухом не ведет. С ним говорить, в стену горох лепить. Ну, в общем, похожие все пословицы. И также объясняют нам, что значит эта пословица. Это выражение пришло к нам из басни знаменитого русского баснописца Крылова. Ну и так далее. Суперенная книга. Так, сейчас настрою, чтобы вам было хорошо видно. Аппетит приходит во время еды. Также все на каждую буковку. На самом деле читать интересно даже вот взрослым. Сидим всей семьей и начинаем это все читать. Особенно, конечно, интересно, что откуда произошло. Дорога ложка к обеду. На Д. Молоколка. Молчание. Знак согласия. Тоже прикольно так. Вот, с милым рай в шалаше, в тесноте да не в обиде. Так, ну откуда, давайте почитаем. Если люди по-настоящему любят друг друга, они могут жить в согласии и не имея большого достатка. Главное в доме взаимопонимание и взаимопомощь. Тогда все будет ладиться и теснота не помешает. Ну вот, пожалуйста, все ясно, четко и понятно, что значит мир рай в шалаше. Ну и так, в принципе, до самого конца. Здесь содержание, то есть можно быстренько, если что-то надо. Бывает, старшему сыну тоже даже что-то задают там на таких уроках, как обществознание. Тут можно найти по содержанию все пословицы. Вот. Как бы знал, где упасть, то соломки постелил бы. Такая вот замечательная книжка. Всем советую, кто любит читать, кто интересуется русскими. Ну, тут, конечно, не только русские. Ну, вообще, вот самобытностью. Просто интересно. Пожалуйста, заказывайте. Ссылочка будет внизу. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока и удачи!